Добрый день, меня зовут Федосия. Сегодня в студию Лоскут хотим вас порадовать новой поставкой платочков Дольче Габбана. Платочки все в единственном экземпляре, есть более яркий, есть более нежный. И давайте посмотрим на них поподробнее. Вот такой вот вариант. Кайма темно-темно-синего цвета с яркими розами и вот с такой вот архитектурой. Платочки все подписные. На каких-то могут встречаться какие-то небольшие дефекты. Мы все вам подробнее покажем, когда вы оставите свой заказ. Следующий платочек. Жемчужная кайма. Такой бордовый фон с цветами. И на черном фоне, опять же, архитектура. Шелк твиловый. Очень приятный. Вот такая вот кайма желтого радостного цвета. Следующий вариант у нас идет вот такой вот. Делайте скриншоты платочков, которые вам понравились. Мы покажем вам поподробнее их. На каких-то вот встречаются даже пометочки, что это брак. Вот здесь небольшая вот такая вот смещение ниточки. Есть не только темный, но и вот такой вот нежный. Очень красивый. Ой, просто такая шикарный. Прям вот нежность. Платочки подписные. Обратите внимание. Следующий, посмотрите, такой тоже очень нежный, красивый, такой мятно-серый оттенок и приглушенные пастельные тона. Очень мягкие и приятные. Они все немножечко разные. Есть более мягенькие, есть чуть пожестче. Ну, все покажем поподробнее. Вот такой вот, посмотрите, вот такая вот морская история. Навевает мысли о лете, отпуске и море. Яркие, красивые, насыщенные цвета такими открытками. Так, следующий, более такой темная черная кайма, нежный розовый цвет. И тоже есть небольшой дефект на этом платочке. Вот этот вот очень красивый. Смотрите. Красивые оттенки. Невероятные. Сочетание такого вот желто-зеленого и с сиреневыми ирисами. Не ирисы, но в общем какие-то очень красивые цветы. И напоследок похожий платочек, но уже на белом фоне эти цветы. Делайте скриншоты понравившихся вам платочков и оставляйте свои заказы. И напоследок вот такой вот платочек. Ярко-голубой, голубая кайма, такие яркие цветы и тоже архитектура. Также есть небольшой дефект на нем. Делайте скриншоты, оставляйте свои заказы нам в личные сообщения.